Привет, мои подписчики. Я обнаружил, что начало видео, которое я начинал снимать, я удалял. Ну, то есть там было первое видеообращение, что я продолжаю заканчивать рисовать Харли Квинн. Ну и, в общем, всем приятного просмотра. Закончил я рисовать Харли Квинн. Наконец-то я закончил рисовать. Обратите внимание, что у меня тоже бита есть, как у Харли Квинн, только совсем другая. Ну, чтобы быть в образе. Вот. Хотел что-то сказать дальше. Потерял мысль. Вот. Ну, короче, если вы это смотрите видео уже до конца, значит, вы ждали это видео на моем основном канале. Потерял главную мысль, ну, чтобы сказать в этом видео что-то конечное. Скажу, что я, конечно, как художник, как и любой художник, ну, образно, или творец, или создатель, неважно, я, конечно, недоволен результатом, хочется... ну, не знаю, совершенствоваться в этом направлении, то есть в рисовании, вот, потому что вы не можете быть уверены в том, что у вас на все 100% получилось так, как вы хотели. Ну, то есть вы планируете в жизни сделать так, но в итоге у вас получается не так, как вы планировали. Так и у меня, как бы, я рисовал, вроде соблюдал я пропорции, но в итоге я все равно остался недоволен. Вот. Но общая картина, вы видите, что это Харли Квинн, она сбитая, и это отряд самоубийц. Вот. Продолжу дальше свою мысль. Я хочу, чтобы это видео было насыщенное, значит, чтобы я, ну, не впустую шло время, пока я рисовал Харли Квинн, я еще параллельно занимался другими проектами, но они не будут касаться этого основного канала, они будут касаться другого, то есть моего игрового канала, потому что я посчитал, что для того канала, ну, эти темы больше подойдут. Я по-быстрому скажу, вот, к
Короче, я пока рисовал Харли Квинн, а люди, которые смотрят мой сторис в Инстаграме, они знают, что я очень много рисую и продолжаю это делать. Ну, то есть, у меня этой теме, короче, рисования, я уделил очень много внимания и своего времени. Вот сегодня, да, то есть, я, значит, закончил рисовать, ну, по-быстрому, эскиз космодесантника. Вот это с Вархаммера 40 тысяч. И начал другой еще проект рисовать по-быстрому. Эскизы — это Doom. Doom или просто Doom Game. Doom Game. Вот. Ну, я так покажу. Вот. Рисовал. Вот. И, ну, давайте по-быстрому покажу. Вот я рисовал этого разработчика. Вот, разработчика этой игры. Вот. Давайте тут еще покажу. По-быстрому. Вот, я очень, кстати, старался. Вот, рисовал такой эскиз и посчитал, что это один из самых крутых эскизов. Ладно, ну, самое главное, что я закончил рисовать Харли Квинн. Спасибо всем, кто посмотрел это видео, кто ждал это видео, кто напишет хороший комментарий, кто поставит лайк. Вот, и спасибо всем, и заранее говорю спасибо тем людям и моим подписчикам, кому я еще не безразличен и интересно, ну, что-то такое в плане рисования, кроме, ну, вы знаете, что я еще пародии могу делать, какие-то трэш-видео, ну, и, наконец-то, вот, вы видите то, что вы видите, в общем. И на этом я видео хочу закончить.